Прекрасные друзья, от Пасхи и духовных дел к делу, немножко даже материальному, но все равно я не называю это материей, потому что красота – это дело неуловимое, но при этом очень важно для наших девочек. Итак, открывается бьюти-салон, видите? Вот тут у нас открывается в буквальном смысле этого слова, чтобы вы понимали. И да, а вот у нас не только посетители и владельцы, а будущие клиенты. Короче, мы все поклонники этой роскошной женщины, которая является владелицей. И вы никогда не пожалеете. Помните, я вам рассказывала про массаж? Вот это волшебные руки сделали меня красавицей. Опять 25. Ну все, дальше посмотрим, может быть, внутри. Значит, чтобы вы понимали, я тут совершенно случайно оказалась, но вы знаете, все случайно и не случайно. Поэтому покажу все выкрутасы. И вот здесь вот будет, ой, и вот здесь массажные дела будут. А вот тут деточки наши красивые. Так, ну вот, все красавицы и красавцы в сборе. И мы с вами празднуем открытие. Сейчас посмотрю, что дальше. Вот прекрасные витрины, тут будут хорошие продукты. Ну все, продукты красоты. Тут, оказывается, есть конкуренты в прославлении этого салона. Видите, все настолько очаровались, что взахлеб снимают и рассказывают, что открылось прекрасное место для женщин и мужчин. Да, мужчины не чужды красоте. И будем здесь радоваться, потому что владелица шикарная, продукт чудесный, сервис тоже. Все, рекомендую. Галорейтинг 5. Чао-чао, мои прекрасные друзья.